Финалистки всероссийского конкурса «Королева Руси» посетили клинику доктора Груздева. Проект является фестивалем представительниц прекрасного пола и объединяет очаровательных матерей нашей страны. Региональные этапы состязания состоялись в разных городах России. Финал конкурса в этом году проходит в Санкт-Петербурге. Клиника доктора Груздева является генеральным партнером мероприятия. Сама являюсь пациентом данной клиники. В принципе, на таком уровне считаю, что единственное. Ну и, естественно, так как мы мамы, все хотим немножко измениться. Первым делом я подумала, что клиника доктора Груздева должна стать нашим партнером. Если честно, мне нравится все. Я девочкам уже объясняла, когда мы туда заходим, то это, в принципе, как рай. Туда не хочется уходить. Здесь действительно очень приветливые доктора. Ну и, естественно, профессионализм. В клинике доктора Груздева участницы конкурса «Королева Руси» познакомились с ведущими врачами Санкт-Петербурга, узнали о новых методах эстетической медицины по омоложению кожи и коррекции фигуры, а также об инновационном оборудовании, применяемом в клинике. Затем каждая участница получила индивидуальную консультацию заведующего отделением косметологии Алексея Кадякова, зав. Отделением пластической хирургии Павла Федорова и ведущего специалиста клиники пластического хирурга Александра Макарова. Мне по духу Санкт-Петербург – это очень близкий город, и люди, которые здесь работают, очень близкие. И все-таки это северная столица, интеллигентный город. И впечатление, которое произвели на меня ваши хирурги, ваши косметологи, оно потрясающее. То есть я совершенно не ошиблась. Я не могу сказать, что у нас в Новосибирске есть плохие, ну, то есть не такие хирурги, как здесь. Однако преимущество клиники, в которой мы сегодня были, в первую очередь, это близость Европы, возможность более тесных коммуникаций с европейскими клиниками. Мне понравились инновационные методики, про которые говорили и косметологи, и хирурги, и я бы хотела их попробовать. Победительница конкурса «Королева Руси», помимо короны и прочих подарков от спонсоров, получит сертификат на сумму 30 000 рублей на услуги клиники доктора Груздева.